На видеозаписи, которую сделал один из очевидцев, видно, как полыхает автомобиль. Все происходит на улице Ленина в Адлере. На кадрах виден лишь один автомобиль, но, как сообщают очевидцы, выгорело две машины на Ленина и еще одна на Голубых Далях. И все это в одну ночь. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, но, как видно на этом фото, автомобили выгорели полностью и восстановлению не подлежат. Также автор видео подчеркнул, что все сгоревшие машины с иногородними номерами.